Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play. Первый сир, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня будет просто историческая хуйня. Вот, по-другому я не могу сказать, потому что просто вы не представляете, что произошло. Ну, под названием ролика, я думаю, вы поняли, что произошло, да? Ну, блин, я очень рад этому, и сейчас вам все расскажу. Давайте, короче, я аптечку куплю, потому что у меня аптечки закончились. Туре. Мне вот серьезно без какой-либо рекламы, хотя, ну, я бизнес всегда пиарю, но реально у меня аптечки закончились, и я, блядь, постоянно не мог их купить. Так, покупаем. Все. Кстати, напоминаю, что я девятка в ОПГ Южная. Здорово. Давайте напишем QQ. И напоминаю еще вам, что как только мы набираем под серией 100 лайков, выходит новая серия. Я думаю, это всем понятно уже. Надеюсь, что это все всем понятно. Что как только набирается 100 лайков, выходит новая серия. Так, чуваки, в чем суть происходящего, да? Короче. Че, еблан или че, блядь? Господи, какое ебланище, блядь. Просто ру, нахуй. Прикольно, блядь. А чё за хуйня вообще? Чё, блядь, ебанат или чё, блядь? Ты гандон ебаный. Ебать гандонище просто, пацаны. Чувак, конечно, конкретный ебан, реально, блядь. Я тупо стоял, сел в тачку, никого не трогал. Это хуйло тупо подъехало, блядь. И меня тупо сломал не машину, блядь. Охуенно просто, да? Просто, блядь, замечательно. Куда смотрят админы, я серьезно не знаю. Вот сколько сейчас админов на сервере было? Вот. 4 админа было, да? Блин, а чё они в спеке не сидят, мне интересно, блин. Вот почему на моем сервере постоянно админы в спеке сидят, блядь, и всегда порядок, а, блядь, здесь не могут? Блядь, просто не понимаю. Просто я этого не понимаю. Серьезно, блин. Как бы я бы написал бы ЖБ, но, блин, я пытался, вот, уходил в АФК, чтобы он мне тачку не сломал. Не то, что, блядь, я там боюсь, что мне машину сломают. Я потом, сука, не хочу 500 тысяч отдавать, блядь, за ремонт машины. Именно за таких ебланов часто, блядь, приходится давать бабки впустую просто. Вот в чем проблема. Я не хочу, чтобы из-за какого-то еблана я 500 тысяч отдавал просто. Понимаете? Я думаю, вы тоже со мной согласитесь, блядь, что из-за какого-то ебантяя, блядь, не хочется давать 500 тысяч потом за оплату износа. Итак, я же не сказал, в чем прикол, пацаны. Как вы помните... У моего друга, то есть Джонни Прайд, был магазин одежды в Арзамасе. В Арзамасе, там за мостом, где спаун, только за мостом, короче, там у него был магазин одежды. В принципе, видео я тоже рекламировал у себя в видосе. И что произошло? Он продал его и купил себе 100 в Южном, пацаны, да. Но не возле башни Останкина, а недалеко от ДПС, короче, он купил себе 100. И сейчас мы затестим, посмотрим, что там и как. Он купил его буквально 15 минут назад. Купил этот бизнес, по-моему, за где-то примерно 50 миллионов. Где-то за столько он его купил. Я не помню, сколько там точно цифра. Ну, короче, он купил 100. Теперь, пацаны, у нас, понимаете, будет две аптеки, то есть у меня эти мохи. И, как оно, 24 на 7, короче, будет возле Алькатраса, кто не знает, кстати. Это Влада Хламова. И теперь 100 еще, понимаете? Это очень круто, блин. Это реально очень круто. Так, давайте я вам покажу, где она находится. Ну, мало кто не узнает про это 100, потому что, ну, местоположение у него такое не очень, конечно. Но, блин, я... А, кстати, не, я когда, по-моему, когда его вели, я показывал, что, типа, вот 100 там дешевый ремонт был. Да-да-да-да-да. Я вспомнил точно. Да, я его показывал. Но теперь это наш бизнес, пацаны, это теперь наш бизнес, да. Теперь у нас, повторюсь, две аптеки, вот, вот эта аптека и вон моя возле башни Останкина. Это Тимохина аптека, а моя возле башни Останкина. 24 на 7 возле Алькатраса и теперь СТО в Южном.
Да, ну конечно не, блять, возле башни останки у нас из 100 будет, но все же. Но все же, чуваки. Это очень круто, я считаю. Прям очень круто. Так, давайте дождемся, пока зеленый загорится. Тем более, недалеко от нашего ПГ еще будет. Да, чуваки. Я же девятка в ПГ. Еще недалеко будет от нашего ПГ. Это очень круто просто. Реально, в основном наши бизнесы в Южном. Ну, один в Алькатрасе, конечно, да. Ну, точнее, возле Алькатраса, но в основном теперь наши бизнесы в Южном. И это очень круто. Это реально очень круто. Вот СТО, это, короче, кто не знал. Вот здесь оно находится, вот в таком вот месте. Давайте вам на карте покажу. Вот ДПС, короче, можете вот так ехать, посигнуть сюда. И вот так сюда заехать, короче. Как там, где я, короче, жил, видите, помните эту парковку? Я когда играл Кирилл Красава аккаунта, то я здесь жил, и вот здесь СТО находится на карте, его тоже видно. Вот наш ОПГ, а вот наше СТО теперь. Вот аптечка наша, и вот еще одна аптека моя. Это, кстати, не аптека, это больница, если что. Вот наш раз бизнес, два бизнес, три бизнеса. Наших три бизнеса. А, кстати, этот покажет на карте, интересно? Или нет? Именно чекпоинт покажет или нет? Нет, чекпоинт не показывает. И вот 24 на 7 здесь находится Алькатраса наша. Это очень круто, я считаю. Давайте я вам покажу, что он принадлежит Джонни Прайд. Блять, чувак, конечно, вовремя выехал просто. Люди сюда, видите, ездят. Все-таки люди сюда ездят, снимаешь. Давайте напишу плюс. Да, чувак, я снимаю, но ответь, я хочу чекнуть просто. Так. Вот, Джонни Прайд. Вход, пацаны, 500 рублей. Че, можно вход ставить? Это, или это он ремонт такой сделал дешевый? Хм, интересно. Раз здесь ход есть. Ходку, видите, 15 лямов. Все очень круто, пацаны. Все очень круто. Так, что он там писал? Тогда привет. Роман Селиванов, привет тебе, передал. Удачи. Давай тебе удачи, дружище. Давайте заедем в тюнинг. И посмотрим, что там у нас. Тем более, кстати, мне мурку скоро чинить. И, блин, как раз Джонни себе купил вот такой бизнес. Это просто охуеда. Как бы бабки мне будут возвращаться, конечно, не все, я думаю. Потому что, видите, у меня износ уже, блин, 79, как бы, ну, это такое, знаете. Я уже скоро буду чинить. Когда будет износ 70, я думаю, уже починю тогда. Потому что изначально у вас износ 100 идет. Кстати, у меня на Ямахе, по-моему, износ 97, пацаны, понимаете, да? И, как бы... когда вы чините вот за 500 тысяч, короче, то вам прибавляется всего лишь 20%. Всего лишь 20%, поэтому нужно чинить, когда у вас будет износ 70. Потому что я чинил, у меня был износ 80, я думал, у меня будет 100, но ни хрена подобного. Потом, после того, как у вас сотка проходит уже там ниже, и вы чините еще раз, максимум можно 90. Не знаю, зачем мы это сделали, полный бред, как бы, ну ладно. С ним, вот, ускорение, сможете здесь тюнить свои тачки, там, и так далее. Реально, вот я всегда хотел, мечтал себе купить СТО, я до сих пор хочу себе очень СТО, но теперь он у нас есть, да, это не лично мой бизнес, но это наш бизнес, то есть моего друга, нашей, так сказать, банде, это Влад Хламов, Богдан Хламов, Тимоха Домино, то есть Нил Вэлл, там, Нил Трэшер, у него ник, и Джонни Прайд тоже с нами, как бы, в нашей команде, так сказать. Поэтому это очень круто. Не знаю, что за бага на текстурах, кстати. Это очень круто, потому что, блин, у нас теперь есть свое СТО, блин. Хреново же, знаете, блин, вот мне раньше все равно нравилось, знаете, что, типа, вы заезжаете в СТО и все, ну, все вместе постоянно. Это круто, блин, так бы мы могли здесь тусить и машин там заехать, там, пару машин там и так далее. Но теперь нельзя так делать, к сожалению, да, но все равно. Это круто. Это все равно круто. То, что у нас теперь свое, блин, СТО. Это реально охрененно просто. Богдан Хламов. О. Так, а вот и они. Мой друг купил этот бизнес. Этот бизнес. Теперь у нас 4 бизнеса.
Теперь у нас, короче, 4 бизнеса, это очень круто. Я серию снимаю. О, это заебись. Так, давайте пробуем зайти сюда. Я не знаю, получится у нас... А, можно заходить. Заходите. Давайте посмотрим. Я, кстати, не знал, что можно с улицы заходить. А, ну ладно. Блин, ну это очень круто. На самом деле, блин, то, что... Блять, окно открыто, там собаки гавкают. Ну ладно. Надеюсь, это не будет так сильно слышно. Хотя, блять, мне уже слышно пиздец как. Так, все, я закрыл окно, извиняюсь. Надеюсь, не было так громко слышно, как мне, блин. Хотя я в наушниках сижу, и то мне громко было слышно. Но меня просто, ну, за домом жилой сектор. Я живу в квартире, в пятиэтажном доме. А за окном у меня, то есть сзади дома, жилой сектор. Поэтому, блядь, там собачки гавкают. Не знаю зачем, ладно. Точнее, почему. Короче, чуваки, блин, теперь у нас 4 бизнеса. Просто это охуенно. Это просто охуенно. Сука, дефил, блядь. Ой, блядь. Выходишь, блядь, тут, сука, два дебила дрочат на пятнашку на блатах. Конечно, вы, блядь, мочите, пацаны, мочите. Ну, короче, пацаны, приезжайте к нам в наш бизнес, потому что, ну, зачем левым чувакам отдавать бабосы, если можно помогать нам? Ну, грубо говоря, блин. Тем более, вы знаете, там, не знаю, жалко, что нельзя ремонт, типа, сделать дешевый, как раньше. Я бы, ну, попросил бы... Точнее, сказал бы Джонни, чтобы он поставил самый дешевый ремонт машин. Но, к сожалению, нельзя менять цену. Но все равно можете приезжать к нам. И все будет заебись, короче. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.